Идеальный ремонт. Идеальный ремонт. Идеальный ремонт. Идеальный ремонт. Идеальный ремонт. Обалдеть! Где я? Я очень рада, очень рада. Я даже не ожидала. Ой, какая красота! Идеальный ремонт. Идеальный ремонт. Идеальный ремонт. Идеальный ремонт. Жизнь без ремонта – это не жизнь. Вы молодцы. Спасибо. Спасибо вашей программе. Спасибо и будьте счастливы. Спасибо идеальному ремонту. Благодарим Первый канал за то, что они делают такие подарки артистам. Я стала вокруг голубым и зеленым. Недавно мы делали ремонт в квартире Ларисы Гузеевой. Съемки уже подходили к концу, когда Лариса обратилась к нам с неожиданной просьбой. Я не знаю, можно эту просьбу мою выполнить или нет. Может быть, я вторгаюсь не на свою территорию. Есть моя любимая, прекрасная, лучшая в мире актриса Тамара Семина. Народная артистка Советского Союза. Родимый, нашла. Все равно я тебя нашла. Если это возможно, вы можете сделать вот ей, ну не так же, как у меня, а учитывая ее вкус, вот ей сделать ремонт. Потому что, ну если не она, тогда кому? Потому что она заслужила всего самого лучшего. Поэтому, ну что, Ларис, я думаю, мы обязательно сделаем интервью. Да, спасибо. Обязательно сделаем ей так, как она хочет. Да. Все сделаем. Мы твердо решили выполнить просьбу Ларисы Гузеевой. Но мы даже не представляли, с чем нам придется столкнуться. Вся правда о трагедии Тамары Семиной. Только нам она открыла двери своей квартиры. Ремонт достойной звезды. Жизнь продолжается. Смотрите прямо сейчас. Все вы знаете легендарную актрису советского кино Тамару Семину. Но никто не представляет, в каких чудовищных условиях она живет. Сейчас вы увидите это в первый раз. А мы отправляемся ей помочь. Наташа, дорогая, проходите. Я вас вызвала, это просто вот сигнал СОС. Помощь, прошу вас о помощи. Вот прошло 8 лет со дня ухода Володи, и я практически в это, особенно в эту комнату, даже и не захожу. То есть я живу здесь и не живу так. В спаленке приезжаю, бросаю все, руки ни до чего не доходят. Да ей бы рядом был бы какой-то человек. Конечно, Володя умер, а жизнь идет. Она молодая, интересная женщина. Она не старуха. А что случилось-то с этой квартирой, вот, которая превратилась из операционной в склад? Все дело вот здесь. Вот. Мне говорят, 9 дней пройдет, будет легче, 40 дней пройдет легче, год пройдет, станет легче. Ничего легче не становится. Прошло 8 лет. Уж и не знаю. Так тяжко. Так тяжко. Тамара Семина стала мировой знаменитостью в 22 года. Неужели это тебе? Бедный бывший крепостной граф Кутайсова. И встречи, и песни, и трупы. Ее любви добивались самые влиятельные мужчины Советского Союза. Но она всю жизнь любила только одного человека. Об каком еще замужестве ты говоришь? Не хочешь сейчас, не надо. Хочешь через год, через два, через три. С Владимиром Прокофьевым они прожили почти полвека. В начале 90-х он заболел. Врачи давали ему неделю жизни. Но любовь Тамары Семиной сотворила чудо. Владимир прожил еще 15 лет. Вот уже 8 лет Тамара Семина живет одна. Мы очень надеемся, что наш ремонт поможет вернуть ей вкус к жизни. А что бы вы хотели, Тамара Петровна, чтобы мы из этой комнаты сделали после того, как мы все вычистим, уберем все, что не нужно, и оставим самое дорогое и любимое сердце? Что бы вы хотели в этой комнате сделать? Я полагаю, или видеть, что бы вы хотели? Вы настолько волшебники, что вернется вот это ощущение
праздника в этой комнате. Наташенька, ну же вы видите, что квартира превратилась в склад. И у вас очень простая задача – сделать из нежилого помещения жилое, праздничное, в котором можно было отдыхать, как и прежде. Тамара Петровна, помогите нам сейчас собрать в коробке то, что вам нужно и дорого. Все, что вам не нужно и не ценно, и от чего мы можем избавиться, мы выкидываем. Так, девочки, давайте, проходите. Ну вот, начнем, пожалуй, вот с этого. Проходите, красотки ненаглядные. Знаете что, давайте вот эти вот все, пока вот тяжелые эти награды, туда прямо на дно вот этого вот ящика, ладно? Это даже, не бойтесь, это не разобьется. Это вот сюда вот. За выдающиеся успехи, награды, лучшие призы за женские роли в каждой картине. У меня их миллион, мы еще тут соберем. Вообще-то статуэтки, награды, это все было, это заслуги. И надо, чтобы эти заслуги видели люди, кто к ней приходит. И те же журналисты, или телевизионщики, или гости, которые приходят, которые к ней хорошо относятся, друзья, естественно. Чтобы они видели, потому что это все забывается очень быстро. Если об этом не напоминать, то об этом забудут. Так, девчонки, хорошо. Сейчас, да, вот это вот, это тоже какой-то мой очень дорогой. Смотри, какая красивенькая, да? Ну, пыльная, грязная. Да-да-да-да. Приз. А этот портрет тоже можете взять, тоже туда положите. А вон там, внизу, вот, да вот, левее. Вот, умница. Давай, рамка. Все, там что-то выпало. Все, ничего. И этого достаточно. Вот это мы выбросим, это выбросим. Вон, это потом, это тоже выбросим. Отлично, спасибо, волшебница, спасибо. Ты понимаешь, к старым вещам, как к людям, привыкаешь. Может, ей какой-то дорог этот, кресло это, диван, стул, тумбочка. Это трудно, выбрасывать до конца нельзя. Мы начинаем ремонт для народной артистки России Тамары Семиной. Она помогла нам разобрать вещи. Самое ценное уже упаковано в коробке. Вещей, конечно, очень много. Кроме того, вся квартира находится в запущенном состоянии. Если мы отремонтируем только одну комнату, она будет странно смотреться посреди этой разрухи. Так что на один бюджет мы постараемся не только переделать гостиную, но и отремонтировать ванную. Заодно организуем генеральную уборку кухни. Жить в квартире в это время будет невозможно. Так что мы сняли для Тамары Петровны номер в хорошей гостинице в центре Москвы. Именно там она проведет все время работы. Езжайте в гостиницу. Я все поняла. Мы приступаем к работе. А комната уже свободна. Мы начинаем демонтаж. Сейчас снимаем обои. Предварительно их нужно смочить теплой водой и подождать несколько минут. А еще вы можете прогладить обои утюгом с парогенератором. Так обрабатывают самые старые участки стены. У Тамары Петровны двухкомнатная квартира в районе Олимпийского проспекта. Площадь гостиной 17,5 квадратных метров. Стены и потолок ровные, так что особых трат здесь не будет. Пока идет демонтаж, мы отправляемся в студию идеального ремонта, чтобы выбрать проект достойной звезды. Тамара хочет телевизор и хочет большой диван. И хочет смотреть все свои программы, и не только свои, но и своих коллег. В программе «Идеальный ремонт» я как раз хотела бы просто порекомендовать, посоветовать, что ли, сделать это все. Виктория, делаем интерьер Тамаре Петровне Семиной, народной артистке России, любимой нашей актрисе. Что мы можем придумать для нее? А давайте сделаем для нее интерьер, взрыв цвета, эмоций. Поставим ей розовый диван на фоне зеркальной стены. А с левой стороны шкаф золотой? Да, с росписью, с такой патиной серебро-золото. Фактурная роспись. Это как в шоу-бизнесе, это как вот наши звезды любят. Это такой интерьер просто будет... Наверное, бы это было хорошо, если бы в гостиной
именно у Тамары Петровны висели кадры из ее фильмов, где она необыкновенно хороша. Звать как? Любовью. Тамара Семина – одна из главных красавиц советского кино. Дизайнер предложила для нее проект в стиле арт-деко. Это золотой век кинематографа. Очень часто в таком стиле оформлялись дома голливудских звезд 30-х и 40-х годов. Стиль это роскошный, с большим количеством зеркал и позолоченных элементов. Именно такой будет гостиная Тамары Семиной. Мы уже наклеили нарядные пластиковые карнизы. Их ширина 8 сантиметров. Далее в идеальном ремонте. Пока вот идет ремонт, я на творческом вечере. Есть проблема, которую хотелось бы решить. Дом бомжонка какого-то. Сегодня мы делаем ремонт для народной артистки России Тамары Семиной. После смерти мужа она потеряла интерес к жизни. Квартира пришла в запустение. Мы решили подарить Тамаре Петровне роскошную гостиную в голливудском стиле. Заодно мы обновим ванную и проведем генеральную уборку кухни. Тамару Петровну знают все. Семина – это легенда, это история этого мира, этой страны и этого кинематографа. Вспомните хотя бы тот фильм «Воскресенье». Успокойтесь. Не о чем мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю. Я каторжная. Я очень жалею, что такие люди живут в достаточно скромном, бедном положении. 2 месяца назад мы сделали ремонт для подруги Тамары Семиной, знаменитой актрисы Зинаиды Кириенко. Тамара Петровна решила выяснить, понравилась ли Зинаиде Михайловне наша работа. Диночка. Ой. Здравствуй, родная. Здравствуй, моя хорошая. Здравствуй, красавица. От такой солнца. Зина, я впервые в доме, и поэтому, да. Знаешь, приходит хлебом соль, ну, желает, да. А я тебе сладенького. Чтобы твоя жизнь была сладкой. Спасибо. Еще дело у меня к тебе есть. Пойдем. Да? Пойдем. Ну? Опа. Ой, садись, Зин, пожалуйста. Я издалека посмотрю, да? Буду, Зина, я в восторге. Патри, сколько света. Это свет. Выбор дизайнера не мой. Вот. Ну. Да. Гелены. Ну, а тебе тоже приятно, наверное? Приятно, да. И сей огромной твоей семье. Вот, ну вот. Большим. Так какие, Зиночка, у тебя проблемы? Понимаешь, мне еле-еле прям клещами вытащила из дизайнера, и они проговорили, что в комнате намереваются сделать зеркальную стену. Всю зеркальную. Ну, я не знаю, как это на кухне будет смотреться, но у меня в спальне... Целая стена зеркальная. Спальня, а здесь, посмотри, тоже на месте. Великолепно, наверное, будет красиво. Я думаю, что дизайнер очень... знает, что делает. Он знает, и потом мне так понравилась команда. Ну и хорошо, чего ты волнуешься? Ребята, профессионалы, сделают все как надо. Да посмотри, как сделали. О, тебе великолепно. Чудесно, совершенно. А главное, это подарок. У нас еще будет стена напротив нашего дивана, в которой мы подвесим 2 модуля. Ага, вот там они видно здесь на картиночке. И... А что там можно будет поставить? Награды ее, наверное. Конечно, она не, конечно. Она даже не знает, у нее же есть корона королевы экрана. У нее есть такое количество наград, и выставить их все будет просто здорово. Подсветим, поставим на стеклянных полках и сделаем зеркальный задник. И это может на самом деле изменить ее настроение. Да, да, да. Мы, конечно, рискуем. Виктория, но вы же справитесь. Вы сделаете так ровно на грани, вот, чтобы это было ярко, но не перебор. Это вот просто по острию, что называется. Рискуем. Да. Отлично. Мне удавалось посмотреть выпуски идеального ремонта, и я так завидовала, думаю, боже мой, а у меня юбилей такой солидный, и никто ничего не предлагает. И знаешь, как в сказке, звонок, Тамара Петровна, мы решили вам сделать подарок. И как? Мне? Работы в гостиной продолжаются. Мы клеим обои. Они необычные. На них фрагменты музыкальных рукописей. Теперь мы обновим потолок.
покрываем его белой полуматовой краской. Для пола мы выбрали ламинат. Под него кладется подложка из вспененного пропилена. У нее хорошая звука и теплоизоляция. Этот материал не боится плесени. А Тамара Семина снова отправилась в гости. Сейчас она в Центральном доме кинематографиста. Здесь проходит юбилейный вечер народного артиста России Евгения Герасимова. Они встретились в 66-м году на съемках фильма «Человек, которого я люблю». В тот период Тамара Семина уже считалась звездой. Для Евгения Герасимова это была первая главная роль в жизни. Но сейчас он знаменитый актер, режиссер и даже политический деятель. Так что его пришли поздравить самые известные люди нашей страны. Ну а Тамара Петровна на этом вечере смогла отвлечься от своих тревог по поводу ремонта. Пока вот идет ремонт, я на творческом вечере одного из моих самых молоденьких, нет, не самых, в общем, молодого партнера Евгения Герасимова. У него сегодня такие даты, 50, 30. Ну, юноша стоит на сцене, просто юноша. Женька потрясающая. Я хочу обратиться в программу «Идеальный ремонт». Спасибо вам, что делаете доброе и благое дело для Тамары Петровны. Но хотелось бы, чтобы все-таки где-то она бы отошла от той предыдущей очень тяжелой судьбы, которая у нее была в ее жизни, чтобы это бы распространился этот ремонт не только на одну комнату, но еще хотя бы на спальню, где можно было бы тоже что-то так сделать, чтобы она могла где-то уйти от своих тревожных и мрачных мыслей, которые действительно ее до сих пор там окружают. Наташ, есть проблема, которую хотелось бы решить. Есть вещи, торшер, люстра у Тамары Петровны, гостиной, которые не хотелось бы выбрасывать. Мы можем их использовать в спальне? Надо зайти в спальню, я там не была. Я тогда позвоню Тамаре Петровне, попрошу разрешения посмотреть спальню. И если эти вещи годятся, может быть, мы там и будем использовать. Хорошо. Спасибо. Так и сделаю. А мы пока продолжаем делать гостиную в стиле арт-деко. Этот стиль возник сразу после Первой мировой войны. Люди тогда устали от ограничений и бедности. Поэтому для арт-деко характерна показная роскошь. Посмотрите на этот шкаф. Дизайнер расписала его вручную золотыми акриловыми красками. Пространство между узорами перламутровое. Затем детали снова вернулись в мастерскую. Здесь их отшлифовали и покрыли профессиональным лаком. Ручки шкафа сделаны из хрусталя. Плинтус черный, глянцевый. С его помощью мы оформляем не только низ шкафа, но и всю гостиную. Это интересный прием для комнаты, в которой есть встроенная мебель. У Тамары Петровны много наград. Есть среди них и экзотические. Например, в Японии ее объявили народным достоянием страны восходящего солнца. Свои награды Тамара Семина сможет хранить в этих подвесных шкафах цвета фуксии. У них зеркальные стенки и стеклянные полки. Форма карнизов такая же, как у встроенного шкафа. А еще мы купили консоли из полиуретана и покрасили их акриловой краской. У меня даже не квартира. У меня какое-то заброшенное просто пространство. Ну, дом бомжонка какого-то. Вот так вот я же. Какая-то бомжатина тут живет. Какая-то неряха, бог знает кто. А я просто проходила и ничего не видела. Вот после Володи 8 лет прошло, а я, правда, ничего не видела. У Владимира Прокофьева удивительная судьба. Он сыграл во многих фильмах, но настоящей большой роли в его жизни не случилось. Оказалось, у него другое призвание. Владимир подарил свой голос великим киногероям. Он озвучивал десятки фильмов, среди них «Сердце ангела», «Имя Розы», «Знахарь». Даже герой Стриженова в фильме «Гараж» говорит его голосом. Ну, я Володю знала, мы с ним снимались в фильме «На семи ветрах», и в свое время довольно на фестивалях, и часто общались, и дружили. Я Володю очень хорошо знаю, помню, очень его любила. Он великолепный был актер дубляжа, который, ну, попадал прямо в десятку всегда. Он мог спиной, по-моему, дублировать. А еще он был мужем звезды. Вместе с ней радовался ее успешным ролям. И не знал, что им обоим доведется повторить судьбу героев «Вечного зова». Тамара Семина станет его сиделкой на долгие 15 лет.
Я говорю: Володь, ты чего здесь улегся-то, ей-богу? 2 года до золотой свадьбы. Чего мне-то подводишь, а? Ну, короче говоря, вот так вот произошло, так... Ну, я ему продлила жизнь на 17 лет. Далее в идеальном ремонте. Вот это святая святых. Очень тяжело расстаются с вещами. Кухню можем посмотреть? Ой. Сегодня мы делаем ремонт для народной артистки России Тамары Семиной. Она переживает трудный период, и ее квартира очень запущенная. Мы приняли решение отремонтировать 2 комнаты и ванную. Дизайнер предложила роскошный проект в стиле арт-деко. Нам очень хочется, чтобы Тамара Петровна снова почувствовала вкус к жизни. Наташа. Да? Вот это святая святых. Вот, дорогие мои, вот так вот я живу. Ничего, да. ничего. Я понимаю теперь, что это спальня. Здесь тоже нужно очень много убирать. Я так боялась, что вы сюда зайдете. Я хотела ее замуровать и сказать: а это не жилое помещение. Мы уже здесь, и мы сделаем все, что можем, сделаем. Давайте еще посмотрим, что у вас есть в квартире, например, кухня. Можем посмотреть? Ой. Там Тамара же был сложный период в жизни, и поэтому ей было не до чего. Я ее очень хорошо понимаю. Ни до чего. И то, что вы сейчас ей помогаете разгребать, это все, это благое дело. У нее... Она вообще человек необыкновенный, она светлая, она всем старается помочь. Она старается помочь. А сейчас вы ей поможете. Это будет для нее такой подарок, мне кажется. Самый настоящий. Не так уж много она подарков в жизни получала. Талантом Тамара Семина подарила радость нескольким поколениям зрителей. Мы хотим подарить ей отремонтированную квартиру. Так что мы решили заняться еще и ремонтом спальни. Сейчас выносим вещи. Площадь комнаты 13 квадратных метров. Бюджет у нас всего один. Придется обойтись минимальными работами. Но комната станет чистой и уютной. Сейчас мебель здесь расставлена неудобно. Нам нужно хорошо продумать эргономику будущей спальни. Ой, Наташенька, чем дальше, тем страшнее. Проходите, пожалуйста. Тамара Петровна, я боюсь дальше. Это кухня? Заходить? Это кухня, да. Это у меня вот, чем я горжусь. Это мои все поздравления. О, слушайте, сколько телеграмм правительственных. Не надо, даже ничего не читай, потому что я выдающаяся, я необыкновенная, я явление вообще 21 века. Это я все знаю. Уважаемая Тамара Петровна, примите поздравления с юбилейным днем рождения. Яркая, многогранная актриса, да. Любимая миллионами зрителей. Чистая правда. Чистая правда. Да и здесь, из надзирателей. Кто повайчей, все ко мне прилаживается. Да. Да ведь все даром норовя. Дорогая. Все будет хорошо. Вот в этом я очень веселая. Все будет очень хорошо. Ласковая. Мы все разберем. Я Мюнхгаузен. Все уберем. Вот полочки оставим. Но мы, мы сделаем все хорошо, так чтобы у вас был хороший, комфортный интерьер. Мы просто все исправим. Мы сделаем генеральную уборку, мы все вычистим. И мы сделаем так, чтобы у яркой, многогранной актрисы, которую любит вся страна, был нормальный интерьер. Я вам обещаю. Люди с возрастом очень тяжело расстаются с вещами. Так же и я, вы знаете. Это возрастное, наверное. Потому что с каждой вещью у нас что-то, какие-то воспоминания. Воспоминания нашей жизни. Но вы делаете очень правильно, что вы именно даете новую жизнь. Новую жизнь нашим звездам, нашим актерам, которые в свое время, не думая о себе, подарили вам, вашим мамам, бабушкам, дедушкам тоже надежда на лучшую жизнь. Разучился. Ничего, научите. Ну, вот так. Вот. Зеркала – замечательное решение для небольших комнат. Но при их выборе нужно знать несколько важных правил. Вот мастер-класс нашей программы. Заказывайте зеркала с фацетами. То есть с скошенными краями. Это дает дополнительный блеск и делает панно аккуратным. У наших зеркал есть еще один секрет. Они изготовлены на осветленном стекле. Такие зеркала не имеют зеленого оттенка. Кроме того, у них антибликовое покрытие.
Ну и, наконец, сразу заказывайте в мастерской отверстие для светильников или картин. Кстати, багет для этой фотографии нам сделали тоже в зеркальной мастерской. Новый немецкий пылесос Thomas Parkett XT легко и быстро отмоет паркет, ламинат и ковер. А его знаменитый аквабокс чистится за секунды. Нет ничего проще и эффектнее, чем зеркальная стена. Она превращает любую комнату, даже самую узкую, просто в бальную залу. Пока у Тамары Семиной в квартире идет ремонт, мы на кухне занимаемся генеральной уборкой. Для того, чтобы очистить от загрязнения и жира рабочую поверхность нашего стола, я вам расскажу несколько бабушкиных способов. Если вдруг у вас не оказалось чистящего средства под рукой, его может заменить разрыхлитель теста, который есть у каждой хозяйки. Мы берем разрыхлитель теста, обильно сыпем его на поверхность, которую нам нужно почистить, спыляем воду из пульверизатора. И так оставляем все это на несколько минут. Если вдруг у вас не оказалось разрыхлителя, его может заменить смесь соды и лимонной кислоты. Или вы можете развести горчичный порошок водой. Убираем все с поверхности. У меня вся кухня была заклеена правительственными телеграммами. И только вы, Первый канал, сделали мне просто королевский подарок. Ребят, я не могу, все, извините. Генеральная уборка на кухне Тамары Семиной продолжается. Вот еще несколько советов нашей программы. Разбейте кухню на зоны. Просмотрите содержимое шкафов, чтобы выбросить ненужное. Затем замочите посуду в мойке с горячей водой. Пока она отмокает, протрите шкафы. Дверцы их оставьте открытыми, чтобы шкафы проветривались. У Тамары Петровны большая коллекция гжели. Мы помыли ее в растворе хозяйственного мыла с небольшим количеством соды. На окно мы вешаем шторы, которые взяли в спальне. Разумеется, мы их постирали. А вот люстра перенесена сюда из гостиной. Прежде чем затевать большой ремонт, вымойте оконные стекла, люстры и хрусталь в вашей стенке. Может быть, после этого вы пересмотрите свои планы? А в спальне идет наклейка обоев. Обои тяжелые, так что стены нужно заранее прогрунтовать. Для этого подходит обойный клей. Современные полотна требуют обязательной пропитки. Но если обои виниловые, важно не передержать их. Они слишком растянутся. Если поверхность стены покрыта эмалевой краской, то вначале пройдитесь по ней крупной наждачной бумагой. Ну и главное, во время работ не допускайте в помещении сквозняка. Что бы там ни было, все равно, даже если мне что-то такое не понравится, я бесконечно вам благодарна, что вы направили меня, по-моему, на правильную дорогу. И сказали: кончай, кончай, ты что? Ты ж такая оптимистка, не смей. А еще мы решили привести в порядок ванную. Для этого мы сняли старую плитку и покрыли стены бетоноконтактом. Смеситель выбросили. Работы шли несколько дней. Вот что у нас получилось. Новая белая плитка. Новые аксессуары и штора. Мы установили новый чешский смеситель и повесили бра над зеркалом. Ванная полностью изменилась, а траты были минимальными. Она так деликатна всегда. Я не думаю, что, увидев труды такого коллектива, она могла бы как-то вас обидеть. Я думаю, что Тамарочка будет только благодарна. Виктория, я узнаю этот совершенно замечательный торшер, точнее, подставку под него. Это, по-моему, покойный муж Тамары Петровны делал. Она очень хотела, чтобы его как-то использовали. Какая есть идея? Дело в том, что мы купили вот такой интересный абажур. Хороший. Просто потрясающий. Но хочется его немножечко доработать, потому что он пустоват для вот этой вот хорошо проработанной ножки. Для этого мы с вами можем или сделать это по трафарету,
Если тот, кто не может рисовать, он может взять трафарет и перенести рисунок. А поскольку я художник профессиональный, поэтому я беру пастель и делаю это прямо... И легким движением руки, да, покажите-ка. Вот смотрите. То есть мы берем и делаем вот такой вот лепесток. Мы сделали набросок, который сейчас можно проработать кистью, красками. Пока Вика заполняет акриловыми красками листики на ее рисунке, я хочу вам напомнить, что на сайте iremont.tv вы узнаете немало хороших советов, как оформить абажур своими руками. Вика, ну, по-моему, прекрасно получается. Давайте посмотрим уже в готовом виде результат такой работы. У нас получится вот такая красота. Вот это мне очень нравится. Посмотрите, как элегантно, стильно. И мне кажется, очень соответствует стилю вообще всего торшера. Можно зажечь? Да, конечно. Этот рисунок сочетается с рисунком на самой стойке абажура. Мне кажется, Тамаре Петровне очень понравится. Далее в идеальном ремонте. Добро пожаловать в вашу квартиру. Это мечта. Как вы догадались, девочки. Сегодня мы делаем ремонт для Тамары Семиной. После смерти мужа она потеряла интерес к жизни. Мы решили подарить Тамаре Петровне роскошную гостиную в стиле арт-деко. Заодно мы обновили ванную, спальню и провели генеральную уборку кухни. Нам хочется, чтобы народная артистка России жила в достойных условиях. Что здесь? Комната для занятий. У нас много вечерников, заочников, только... Это что такое? Я же не успела вам объяснить. Эту учебку временно отдали под жилье. Жилья не хватает. А учащийся как-нибудь приспособится. Тамарочка Семина, ты удивительная. Ты целая планета. И то, что тебе сегодня телевидение хотят сделать подарок, я только этому буду рад. Желаю тебе тепла, здоровья, света, любви, улыбок, слез, только радости. И вообще ты молодец. Спасибо тебе. А когда я играла в воскресенье, я в троллейбусе еду. Думаю, как же мне сказать, чтобы было оскорбительно слово «голубчик». И смотрю, как это замечательный совершенно молодой человек. И я к нему обращаюсь с этим словом «голубчик». И как-то я сказала «голубчик». Он говорит, что? Я говорю, ой, елки, я говорю, спасибо вам большое. Что ж делаете? Такая, знаете, старушка чудесная. Сразу видно, что понапрасну. Вы, голубчик, похлопочите. Главная моя стихия – это когда я слышу мотор. Мотор и стоп. Воскресенье отгремело, следующий мотор. Ремонт выходит на финишную прямую. Шторы для гостиной сделаны из шинила двух цветов – оливок и баклажана. На тюле восточный узор. Окно также оформлено шнурами и ламбрекеном. Тамара Петровна уже собирается домой. Целый месяц она провела в гостинице и очень соскучилась по своей квартире. Ой-ой-ой-ой-ой, боюсь. Здесь жить не хочу, а домой идти боюсь. Спальня почти готова. Мы наклеили новые обои и поменяли шторы. Обратите внимание на интересный прием. Крючки для тюля вмонтированы прямо в потолок. Мебель прежняя, но расставлена по-другому. Важное правило эргономики. Расстояние от кровати до боковых стен должно быть не меньше 70 сантиметров. Украшением комнаты стал обновленный торшер. Его абажур из позолоченной мешковины. Он расписан дизайнером вручную. Люстру мы принесли из кухни. Цвет абажура золотисто-оранжевый. Он очень гармонирует с новыми обоями и шторами. А вот настенный светильник раньше был в гостиной. Работы в большой комнате тоже заканчиваются. Мы ставим новый раскладной диван с так называемым реклайнером. Это выдвижная подставка для ног. А еще здесь появился новый кофейный столик. Он деревянный. В комнате будет много растений.
Их лично выбирала дизайнер. Натуральный мех на полу – типичная примета стиля арт-деко. Подушки сшиты из той же ткани, которая пошла на шторы. Тумба для телевизора – лаковая черная. Люстра новая, с хрустальными подвесками. Ремонт завершен. Семина очень красивый, добрый человек. Я знаком с ней много лет, дружу. И всякий раз, когда мы встречаемся, у нее глаза начинают светиться. Вот она заряжена этой энергетикой, которой уже сегодня у актеров нет. Она настоящая, она естественная, она живая, она простая, она уникальная. Это актриса великого кино. Кирюшенька! Кирюшенька, выйду я за тебя, выйду только! Нет, нет. Отец меня потом зарубит. Кирьян! Да ведь меня тогда тоже в живых не оставит, когда догадается, что я предупредила! Тамара Петровна, проходите, дорогая, добро пожаловать в вашу квартиру. Вот ключи. Давайте я вас раздену. Вот это только узнаю. Вот, узнаю. Ключи вешаю вот сюда. Сюда. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, дорогая. Слушай, а что это я так дрожу? Так, я думаю, что волноваться не надо. Да. Все должно быть хорошо. Да. Я сейчас буду вам показывать все, что мы сделали за то время, пока вы отсутствовали в своей старой квартире. Давайте начнем с коридора, и я покажу вам сначала... Подарки, это подарки. Да, не все, покажу вам ванную комнату. Ой, я не верю, я не верю, я не верю. Я не могу. Покажите. Тамара Петровна, я знаю, что вы жаловались на ванную комнату. Там отвалился кафель, там был очень плохой кран и смеситель. Мы сделали ремонт в ванной комнате. Посмотрите. Ребята, я из бомжон. Это мечтала. Ой. Конечно, это косметический ремонт, но теперь все чисто, аккуратно. Замечательно. И более не надо, более чем. Я хочу, чтобы ремонт дал вам силы на дальнейшее творчество, на дальнейшую работу, на дальнейшую жизнь. Здесь сделана полнейшая генеральная уборка. Отмыты все стены, потолки. Мы сберегли и всю коллекцию гжели уникальную, которую вы собирали годами, расставили. Я не собирала, это подарки. Тем это... более подарки это такие подарки. Приятные, памятные. Расставили вам все красиво, чтобы этим пользоваться каждый день. Дорогая Тамара Петровна, я поздравляю вас с окончанием ремонта. Это большое дело. Я по себе помню, как это сложно не только делать, но и пережить его ремонт. Тамара Петровна, ваша спальня, в которой мы сначала сделали генеральную уборку, поменяли местами мебель, все привели в такую гармонию и порядок, повесили канделябры. Это не есть еще главный ремонт, это просто подготовка к нему. Ну, моя золотая, хорошо вам отдыхать в этой отремонтированной комнате. Ребятушки. А теперь, Тамара Петровна, от программы «Идеальный ремонт» самый главный сюрприз. Наш подарок народной артистке России Тамаре Семиной. Идеальная гостиная для вас. Настоящий. Вы узнаете свою комнату? Вот сейчас эта комната сделана в таких очень ярких, хороших цветах, зеленым, в сиренево-фиолетовом, с огромным зеркалом. Это потрясающе. С вашим совершенно чудесным портретом. Посмотрите, какой прекрасный портрет. Да. С огромным плазменным телевизором. Фантастика. С витринами специальными моего любимого цвета, кстати, фуксия. Вот так вот цветут иногда фиалки. Цвета фуксии. Специальная витрина для всех ваших наград. Вас не смущает такой вот интенсивный яркий цвет? Нет, вы знаете, он как-то хорошо как-то вписывается вот это во все. На фоне вот этих газет, как бы газет, да, очень хорошо вписывается и создает настроение, цвет.
Да, мы немножко волновались, когда обсуждали проект с дизайнером Викой. Не слишком ли ярко? Она говорит, я пройду по острию. И, в общем, у нее действительно получилось. Не слишком ли ядовито? Нет, не ядовито, потому что идет перекличка, да. Понимаете? Вот. Все рифмуется. Очень гармонично. Ну вот посмотрите на этот шкаф. Вика неделю разрисовывала. Здесь использован перламутр, позолота. Все это покрыто несколькими слоями лака на дереве. Это очень отдельный шкаф. А хрустальные Нет, ручки. Нет, Виктория, вы гений. Начиная вот с этих стен, тем более вы мне прочли. Ваши я любимые боюсь книги. Я боюсь ступать даже. Да. Ничего бояться не надо. Вот теперь это просто, это вот теперь ваша жизнь. Яркая, новая и прекрасная. Я попала в сказку. Вы мне очень красивые просто... шторы. Вот они чуть-чуть театральные, с этими спускающимися кистями. И везде просвечивают ноты. Вы же любите музыку и книги. Это такая слово, комната, конечно, для наслаждения всеми искусствами. Это мой мир, да. Конечно, без этого я просто, наверное, эти долгие времена меня и спасала музыка. А теперь нам будет возвращаться всегда. Тамара Александровна, есть еще один сюрприз. Сядьте вот сюда, вот, например, вот сюда на диван, пожалуйста. Положите ноги на эту шкуру, чтобы вам было уютно. И я вам, просто фокус покажу. Вот вы пришли после спектакля, после съемок. Неужели я дома, сказала она. Дома, в своей чудесной гостиной. И легким движением руки. Так. Это моя мечта. Как вы догадались? Девочки, все, меня нет. Пожалуйста, выключите свет. Я еще в себя не могу прийти, потому что безумно нравится. Я буду читать каждую здесь надпись. И потом, через какое-то время, я пойму, что это я здесь живу. Не могу. Я в восторге. Для нас такая честь сделать это, сделать вам гостиную такую, чтобы вам не было хорошо. Мы вами гордимся. И мы вообще счастливы, что гостиная для народной артистки России Тамары Петровны Семиной получилась идеальной. Томас дарит вам компактный 3D-пылесос нового поколения Томас XT с системой Aquabox. Новый Томас XT легко использовать и легко мыть. Спасибо. Впервые в истории нашей программы. Эвелина, привет, дорогая. Привет, дорогой. Я пришла сдаваться. Все-таки мне очень хочется как-то поменять образ. Преображается не только квартира, но и ведущая. Ты же у нас бизнес-леди? Ну, некоторым образом, да. Новая кухня для Эвелины Хромченко и обновленная Наташа Барбье. Хотел сказать, во времена моей молодости так не носили. А теперь я понимаю, что носят все, что угодно. Модный ремонт. Смотрите через неделю. Давайте сразу договоримся. Если вдруг не понравится, разбирать и уносить будете сами. Самовывоз.